into the darkness. We are one. Into the darkness. We are first run. Я Маркус. 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 Алло. У нас есть блин, командиров, наверное, нет. А где все? Ты командир отделения или нет? Нет, я с тобой. Блин. Где Только Хазар? Подчиненный. Хазар где-то там. Тут надо бы ботов раздеть, блин. Ну, уже поздно. Да не, еще не поздно. Я одного раздел, а этих не могу никого больше. Нет! Ну все, теперь Стим, поздно. Обороняемся. Че, на это залезем? У них, короче, они оттуда уедут. Они вон оттуда уедут. А как ты это делаешь? Это через это, настройки. Назначать клавишу. Либо через Control Windows. Это, там, я думаю, ДВХ нафиг не нужна, да? ДХЗ? Че, ДШК перетащим наверх? Антураж. СПГ можем перетащить, и ДШК тоже. Не забывайте, что у них снайпера. Че, Вань, не хочешь забраться на самый верх? Так, а как ты вытащишь? Как ты его перетаскиваешь? Там будет нести. Через Windows. Через Windows будет нести. Да, я понял, понял. Только это, не балуйся, текстура, это убьет. Блин, у меня нету нести. У меня вообще ничего нету. А, во. А где тут лестница? По-моему, в той стороне. Тихо, 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 не убей. Тыщ. Не, просто текстуры можно убить, блять. Вообще тоже пару человек убил. Да я знаю. Че, вы на двух разных КВ будем? Да нет. Вообще на одной должно быть КВ, на альфе 1-1, как правило. Так, выход не здесь. Назад. А, во, куда я смотрю? Короче, мы сейчас все на ваш КВ берем. Не, вон, вон, сань. Да вот здесь, вон, и вон лестница, на нее смотрю. Да я по другой пойду. Че, я с тобой тоже, я не хочу один идти. Проверка связи. Раз. Это, Ваня. Может, не так высоко? Ну я СПГ высоко поставлю. Ну я, наверное, это. Раз. Я на четвертый этаж, наверное, поставлю ДШК. Они с какой стороны должны идти примерно? С севера? Так точно. Могут с любой. С севера я сижу, если меня пристрелят, услышите.
Я как бы с РПГ сижу, жду как бы. Пока. Поставил текст. Мне нельзя спуститься теперь, блядь. Ты куда забрался? Вижу. А, ее тут не было никогда. Ну, по идее, если спрыгнешь, не разобьешься. Я, скорее всего, чуть сказал. А у них там болтовки, да? Саня, шар на шоу отбери. Нет, у них болтовок тут нет. У них там бэтфорги есть. Да, у них только оптика обычная. Саня, просматривайте мой пол, пожалуйста. А то как-то очково. Я смотрю. РПГ у них есть? Так, мне просто приспичило, если через 2 минуты не отвечу, значит я труп. Ну, услышим, не переживай, тут дальность боя, это близко. Да, туалет на войне это дело такое. Туалетный утёнок, да? С облегчением. Thank you. У меня последние шумы, Маркус. Мне кажется, с моей стороны техника проскочила где-то. Я пока ничего не наблюдаю. Ну, если что, то Хазар должен спалить я. У меня тоже пока тишина. И у меня глюк в наушниках произошел, или что-то такое было. Да, помешал, да. Это он нам. Если что, короче, СПГ нельзя перетаскивать сейчас. Почему? Ну, а, залагал?
Ну да, он залагал. Можно у него сесть, но он залагал то, что перетаскивать нельзя. А. Ну таком не особо удобно положение стало. Да ладно, главное, у тебя РПГ есть, если что. У меня, братик. Приняли. На востоке два человека. Метку. На нем метка стоит. На мне метка, да. Рядом с ними. На Хазаре метка стоит. А он живой сам? Да, живой. Когда будет жестко, отступаем. Блять, меня спалили. Ну, блять, поздно. Ты подожди, пока они к тебе зайдут. В смысле, пропустил бы их, да, в спину ударил бы. Сейчас засопа на Хазара пока не отвлекайтесь, нам нужно состав поймать. Это Эрмай, наверное, он встретил. Саня? Да. Юг просматриваешь? Ну, так, временами. Я просматриваю, нормально все. Ты, Маркус, просматривай между Хазаром и нами. Я все просматривал, у меня отсюда видно. Хазар? Нет. Хазар живой? Тихо. Хазар живой? Живой. Отлично. Блин, там бегаешь по этим этажам, вообще открыты полностью. Да, с любой стороны могут грохнуть. Саня, тебе бинокль нужен? Нет. Подаришь? А, ты себе хотел забрать? Да. Ну я же командир. Знаешь, смотри. Ну ладно, на. Так, мне показалась техника. Раз. Раз. Перепутал. А,
Раз, раз. Это Харпас. Это что, ракета пролетала, что ли? Ну, это Маркус, блядь. 4, ракет много, нормально все. Маркус, я у тебя может видел. Быть контакт, так что... Так что не надо так больше делать. Ты на меня посматривай. Там Дукалис что-то говорил про... То, что он видел. Он метку бы поставил. Джексон решил порашить немного? Нет, просто стянулся. Джексон, это ты в этом? А кто в бункере сидит возле зоны на юге? Ну меточка же поставлена, ну ты чего? Так, наблюдайте, Маркус. Не, в бункере метка не стоит наша, кто-то сидит. С пулеметом ты, Джека, что ли? Ну, у нас сидит. У входа два. Снайпер там сидит какой-то, да? Не, кто-то на юге от зоны сидит. Ну поставлена же метка, ты чё? Джексон. У Джексона другая метка, я говорю прям на юге от зоны. Поставил, сейчас он сейчас поставил. Да, да, он перепутал метки. Вот сейчас да. Слишком много бункеров на этой карте. Угу. Джексон, тебя там прям просто очень хорошо видят. Я знаю. Джексон. Тебя тоже и... Я под рядом с кустиком. А я в бункере, логично. По полю они точно не пойдут. Они же не мы. Это точно. Где их техника, я помню? Там стоит Дехазар, наверное, был. Там он дал по-любому есть. Нихера не вижу. Ты не увидишь. После того, как Хазар кого-то убил, там еще одно тело двигается. Ну понятно, кто-то же его убил. Вдруг он застрелился. Потом еще гранату на себя закидал, да? Ну да. Ну ладно, он... Мертвеца. Опачки. Запад работал. Джексон. Жив... Да. Джексон, прием. Запад и слез отработали по нему. Джексон, мне кажется, кончился. Вот тебе метка Джексона, оттуда работали. Я туда и смотрю, не вижу ничего. Так, поставлю на всякий ориентир. Нет, вижу контакт. Ставлю метки сейчас. Прям точный ставь. Сколько видишь? А, прям точный, двое. Крыса с биноклем. Крыса с гранатометом. Я понял. Короче, значит они с это, запада, юга и востока. На меня смотрят крысы.
спалили меня 100%. Ну, посмотрим, если что, в ту сторону. Да. Есть возможность проспать восток? Ну, более-менее. Я вот Джексона смотрел, у меня на него обзор был нормальный. Ну, вот с леса мы убили, ты не увидишь там никого сейчас. Я просто боюсь, что если выгляну, то и меня грохнут. Да особо не выглядывай, не надо. Для начала боя сиди, да. А как узнать, когда бой начался? А звуки выстрелов тебе нет? Ну, значит, уже начался. Ну, минус 2 сделали, блин. Они. Сейчас они просто ближе будут подходить и все. Мне мой кролл, блядь, не нравится. Маркус, ты еще наблюдаешь тех парней? Нет. Пошел по холму осмотреться. Вижу их. Прям уже плотную подходит. Метка, точнее, сейчас. Принято, сейчас работать буду. Одного такой видел за стенкой. Вижу. Сейчас смотрю, смотрю, мы иду. У меня работает, отхожу. Блин, я думал по мне. Не высовывайся, брендук. Не-не-не, не буду. За стенкой, прям за этим, за брусом? Угу, он прям с краешку. Прям вот здесь с краешку. Тоже увидел, влево, левее уходит. Пока там никого. Со стороны Маркуса. Маркус жив? Мне кажется, нет. Я так знал, что сейчас оттуда начнут нападать. С трех сторон убивают, блядь. Я не вижу, я не видел, где его убили. У них есть РПГ, блядь, это печально. О, там стреляет. Вижу, вижу, разрыв. Граната, да. Не высовывайтесь, нам втроем остались. Приготовьтесь. А, да, похер, звук уже не будем делать. Поменьше их играть. Джек? Да. Можно себе метку поставить? Саня, живой? Нет. Бывает. Да, блять, со мной часто, нахуй, почему-то, блять. Ничего поделать, жизнь такая. Хрена себе, пулемет с окогом, ну ничего себе.
Там ты слышал, сколько он по мне додолбил? В упор. Он с этого пулемета, я не знаю, все мимо всадил, потом только убил. Красиво. Блин, не, у них слишком крутая оптика. Второго кока, который меня убил. Угу. Еще один пулемет с оковом. Чего у них так много оптики-то? Да нормально, нормально что-то. Да не, имха многовато. Вот ну, еще пулемет с оковом. А, нет, это не окок, но тоже оптика. 3-4 там, по-моему, идет. Многовато оптики. Смотрю, русский со стволом за спиной бежит. Ну ладно, на. Вложил. Полк спалился, блядь. А где он там сидел-то? На этой, на горке сидит. А, ты про Бурундука? Да. Он в этом, на третьем этаже сидит. А, вот этим сидит. Блин, с лестницы. Да, да, у тебя на лестнице. Ах, а что вы технику не использовали? Какую? У вас же два джипа. А мы ее бросили. Я на джипе приехал. А нахера вам два пулемета на джипе вообще? Блин, ну Бурундук молодец, конечно. Надо было все-таки обкидать гранаты. Хотя спалился бы еще больше. Ёбаный урод, свои же причем, блядь. А я не знаю, вы метки что ли не ставите? Они ставят. Все ставят. На мне стоял метки. У всех оптика, у всех окоги, и все равно убили. Еще и командир, у которого бинокль. Нормально. С окога. Долго. Блядь, моя группа-то продвигается, блядь, молодцы. Это как в фильмах, окружён, но не сломлен. Угу. Друг друга найти не могут. Сейчас он их по одному будет выиграть. Сейчас он встретит своих. Всё. Отлично! Как же он хорош. Только все знают, что он идет. Отлично. Нифига себе. Сейчас сдохнет на своей гранате. Не. Блин, второй. Оба очнулись.
Блин, гранатку бы сюда. Пока не перевязываются, надо штурмовать. Они уже не перевязываются. Отлично. Сейчас этот сдохнет. От вообще, да он тащит. Моя школа. Читер. О, раненый чувак, откуда-то и взялся. От гранаты пострадал какой-то, походу. А, упал он, упал. Он спрыгнул, да? Да. Кстати. Или нет, не. Мне показалось, он экип взял чужой. Бам-бам-бам, отлично! Да, как надо. 1-1 осталось. Только тот будет сидеть там до конца, а тот будет там сидеть до конца. Ну, миссия закончится сейчас через 5-10 минут и все. 22 минут. 22? Ну, неплохо. Че он творит? Кто этот Рэмбо? Моя школа. Это читер, читер. А самое главное, Госта, что там есть шахид в мобиле. Блин, я хочу быть шахид мобилем. О, там два их. Я посмотрю, как взрывается, это было нечто. О, 5 минут осталось, отлично. Блин, да вы все что-то знаете. То Госта угадывает, то ты. Масоны? Конечно. Эй, Мига сейчас пролежит здесь. А чё толку? Главное, чтобы бурундук не попадался. Не, я побежал. Фига бурундук четверых раскатал. Даже пятерых. Ещё ж по лестнице в самом начале забирался. Что-то тут не так. Откуда Амиго знает, что он это, типа, наверху лежит? Да, он не знает, он просто боится. Чё боится-то? Заходить. Пытается со всех сторон его увидеть. Сейчас увидит. Да. Хотя нет, тут надо высоко... А, ну не, скоро увидит. Уже видит. Ага. О, как же он бегает. Да он везучий. РПГ, РПГ. Блин, стрельни с РПГ, хоть разок. Ну, бурундук просто время тянет, молодец. Не-е-е. Или бурундук понять не может, откуда стреляет. Наугад, что ли, уже пытается убить. Ноги прострелил. Отлично. Все, бурундук затащил эту миссию. АВ, бурундук.